Сверху, вон, на горе, куда ты? Здравствуйте, сегодня, какое, Вог, сегодня число? Вог. Миш, какое сегодня число? Сегодня? Да. 16 сегодня декабря, приехали мы с выставки, с переездной. Сиротина. Приехали в Сиротина к Мише. Вот он со двора подкидывает голубей. Рыжая хорошо пошла. Все, запись пошла, все как говорит. Так, пускай там хоть чуть-чуть. Ага, рыжая посыпать надо, да? Ну да. Вон, голуб, голуб дикий прилетел. А, я думаю, уже сокол. Не, голуб. Нет, тут дикий зверь. Вот и не, птица вся с полетом, с игрой. Во, я вот так, ну, кажется, я не специалист. Это первый раз я так, ну, в небе снимаю. На, вот рябинки, вот эти цеми, на. А ну. Вот вот этих. Вот, сейчас я подниму, давай. Смотри. Вот, сама, вот этих вот пару, вот. Вот, вот этих вот. Вот, вот видишь, вот так. Навел, давай. Вот, видишь? Вот рябы, вот. Смотри, как раз сейчас подходят всех, снимай как раз. Снимай всех, вот как раз, видишь? Ага. Давай, давай, снимай. Если получится. Да ну, пробую. Так, вот чуть-чуть. Это как раз Виталя цыган посмотрит. Снимай. Надо было снимать, чтобы уехать. Да нет, хватит, снимать как раз нормально, зачем? Пускай, ставим. Как раз, пускай. Я сейчас черных еще закину. Не, блакетник сейчас еще чтоб, смотри, пленки хватило на Володю там. А, нахуя? Да! Майк, смотри! Майк, не пойду. Да. Сыма! Вот это торцы. Да? Да. Блакитная, охуенная, молочная, блядь, классная. Летает пышка, есть? Летает, блядь. Ну, а ну пускай себе. Как раз стрельки, погодка хорошая. Снимай. Вечер на хвосте. Молочная он идет, да? Так что в Сиротино тоже летают, и в Боровском летают голубя. Только пленку заряжай. Да, я никогда не думал, что вот так. А? Я никогда не думал, что вот так снимать. Надо, насколько шею, кажется, поворачивать. На лавочку надо сесть. Чтобы... Ну да, еще и глаз прищуривать, и вот это все. Рубежанам своим прокрутишь, скажешь. Конечно, ну вот это я шкал. А то скажешь, Сиротина и в Боровском не летают голубя. Вон, пускай, любуются.
и тихо, и ветра нету. Да, так я вот, перед этим, вот, Крюгер стоит, вообще мертво стоит Крюгер. Ветер, он еле-еле там, он что-то через раз, а то вот стоит. Пока направляем ветра и стоит. А птичка вот дай порвать только. Ветерок и все. Он с ружей стреляют. Ну или карабин, или обрез, ну. Да, птичка с игрой, это ж у нас Виталя цыган, вот это таких любит. Да? У него, ну, все, я ж говорю, все с игрой голуби. Вот мы хозяина снимаем. Воха там отвернулся по телефону. Вот вы приехали в гости в Сиротино. Да, Миши. Птица ветровая, с игрой. Вот прошу любить и жаловать. Вот, человек такие голубей держит. Вот белая, видишь, как белая он, сама тут. Ой, Миш, я не знаю, я же я вот так первый раз, как говорится, это, ну, голубей ловлю, снимаю. А чуть. Вот это и фейерверки уже. Чи, с автоматов, да, да, тут. На полигоне тут. А, так у вас полигон рядом. Смотри, да, тут тренируются, давай. Снимай. Вот так. Миш, ну не знаю, вот, так, не так, ну снимаю, как говорится, как есть, как, ну, ветер вообще, полный штиль. На выставке были, вроде, ветерок был и все. Хорош. Нет, птица красивая, жу, с игрой. Вот мы в гостях в Сиротино. Что, выключить покамись, да? А? Выключить покамись. Да выключи.
выйдет на низу по самотин голубятник. Вот. Смотрю, вот. Давай, давай. Вот, да. Вот. Человеку приехали к Мише Сиротина. Сиротина. По улице Мира 36. По улице Мира 36, вот человек сказал. В Андреева Михаила Ивановича. Как? В Андреева Михаила Ивановича. О. Я думаю, все услышали. В Андреева Михаила Ивановича. Правильно я сказал? Да. Вот тычка. Занимается, колотится, как говорится. Это ж те стреляют, тянули пулемет. Да, да, да. Ну что там, Нины позвонил, что они там оделись? Оделись, нет. Ого. Да. Вот это молотит. Вот, смотри, вот. Тима. Оба ногу не убил. О. Давай, давай. А это наборная рыжая, чего платить? Я бы, он... Конопаты, вот, я вот конопаты вот сейчас снимаю, глянь. Я сейчас конопата взял, чтоб. Да. Да, ну что, вы будете выходить? Ну давайте. Ну а сколько времени? Уже ехать надо? Полдвенадцати. Ну поехали уже. Выходите уже, давайте, давай. Да. Оля, и ветерок пошел. Ну, бач, то есть вот дыба. Да, то нету, да, то тихо, то да, да. Немножко поддувает. Вот хозяин всей птички. Вот друг Воха. Да, да, вот сейчас к Вохе поедем. Боровское. Да, посмотрим. Да, посмотрите сейчас. Вот. Мишка, ну что, мы 5 грамм будем? Ну на этом. Да, я приеду, я, наверное, подскачу, гонюсь. Все, потом мы в конце по 5 грамм. Да, я сейчас немного. Хлопцы мы выпьем, кажется. Ну все, прошу любить и жаловать. Пока да, не выключаю. Гости, да, так, да. Человек приглашает. Да, да, да. Любое кого, время. Кого заинтересовала птица. И в тихую погоду, и ветреную погоду. Да, да. Вот человек гоняет, кажется. Да. Ястреба, москопати уже начинают давать. Ну, ну мы их немножко. Да, да. Еще богато ястребов. Ну, хлопцы, кажется, занимаются. Все. Сейчас заканчиваем на этом репортаже. Да, 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 да. Потом еще включим. Все. Потом нос. Так, вот мы приехали в Боровское до Вохи. Баклагин Владимир Васильевич. Баклагин Владимир Васильевич. Бас чуть наперед проходит. На сфере он остановил этот, на сюда вот где-то, на сюда, да? Ну, пойду, понимаю. Жесть, вот всю кучу, чтоб...
нужно еще разобраться. Это полное приближение. Разберешься с этой камерой. Так. А ты недавно начал, да? Да я вот она увешку. Это дробина, камера. А-а-а. Паша снимал, а я ж ни разу не снимал. Уже запись идет, а я никак не могу поймать. Вот. Или вот так надо, чтобы. Мишка как-то хорошо сразу, ну так это. Да, да, чтоб. Паша, ты можешь взять это, Женя. Ты, блядь, можешь назад отойдешь. Там нету. Вот так, ты тебе вот это все. Тебя наберет. Не-не, сейчас, о-о-о, сейчас они не могу. Тут я же с камерой пока не поймаешь, так первый раз оно толком, кажется. Ну как могу, как говорится, так и снимаю, вот голуби в кадре. Голуби полезли, вот они начинают этажерочкой. Ветер утих. Чтоб стартануть, что голуби сюда вперед проходят, потому что опоры нету.
Груня. Груня. Блядь, Лера, чем чуть бы, блядь, больше? Это повод бухануть, пока да, не это... Да, вот пока ветер не появится. Второй голубятник говорит, да, это повод бухануть. И пойдет ветер в разворот. Пойдет. Да, ну пока без, я выключу тогда. Ну, когда стребельчане чи кто-то, когда пришли, деньги отдали, я потом приду, заберу. Добрейся. И он говорит, что две голубки. Две голубки мне и надо. Вот твоя братинка, она, блядь, 5 тысяч, это не стрелья отрастают. Видишь, Кацман, я тебе последний раз не давал. Ну, зачем тебе эти? Вот это же на крестовину, да, садится? Да. Ну что, ребята, я же ветер утих. Приехали, голуби были выпущены весь день. Кажется, ну полдня на улице гуляли. Сейчас по 100 грамм, кажется, а там если ветерок пойдем, мы еще приучим. Куда он денется. Да, да. Если не так снимаю, там шоу, кажется, извините. Первый раз. Хочешь научился приближать кольца, отдалять. Они вроде пошли. Не, да, они хватанули сперва, а ну что, проваливаются, наперед проходят. Это же я гоняю, блядь, из всех нахуй, штук 250, блядь. А потом они раз там 50-60 оторвалось и пошло. Вот мы в гостях, в Боровском, в Волке. Выставки приехали к человеку. Вот еще а голубятник. Выставку не снимал? Не. Ох, ну что, я пока весь выключу тогда, да? Конечно, мы до Нового года еще снимаем. Во, все, вот, пошла запись теперь, вот мы в Боровском в гостях. Вот, голубятники. Ой, стол нам накрыли, самое главное, он атрибут 5 литров человек, то это тут умереть, кажется, можно. Со смеху, да. Он человек, он голубью привез, полная клетка с выставки. Ну все, ребята, вот так мы, кажется, в гости приехали, и думал, что не гадом, что все, давайте, до следующей записи. Бери от этого часовщика. Так, ось привезли голубей с выставки, уже половину выкинули. Ось еще выкидаем, кидаем ось. Вот такие вот продаются. Вот такие голуби. Ой, таких не надо снимать, они вот эти. Блин, я их не могу. Слышь, дьявол, на копейку сел. Ось с выставки привезли голубей. И сразу выпускаем их, кидаем. Но они падают, как будто они тут и жили. Ну, кто кубарем, кто... Вот сизый, о! Сейчас, да, ля-ля-ля, он не, вот, наверное, сейчас... То смотри, то-то хороший. Да-да. А столько плавно. Не, ну, со всех... Сколько их там? Десятка два, наверное, да, было? Или три? Вот, а... Опа! Зарядный. О, смотри, какой сильный такой. О! Закиданный. Так киданный, наверное, он сейчас. Бач, круг на круг, сейчас он на крышу и то и все и кидание. О, бач. Крымаков не кидай.
А ну кидай, кидай, Кир, Кримаков, кидай. И все падают, как будто тут и жили, и все, им ничего не надо. И не выгонишь. Все, клетка пустая. Вот 20 или 3 штук человек привез с выставки. Говорит, я хоть чужих, говорю, погоняю ястреба, покормлю. Они не хотят. Под ястреба они не хотят. Они сразу жрать хотят, падают. У них там было 20 штук. Ну, вот, я говорю, 20-30, а их 2 штук. Ну, все сели. Не, ось одна куда ось. Куда им нахуй делать? Одна ось из той всей партии, и то, ну, сейчас, наверное... Вот это мы так боровском, блин, выпускаем голубей с выставки. Та ось, оно и це уже мустится. Садится. Куда он нахуй денется, блин? Вот мы так отдыхаем. Не получается у меня как у дрона тут там прибежать, отделять. До того пошел как я. На куле вот я. Да. Гулю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 
Ой, как нас встречают. Первый раз до людей приехали. Стол накрыли. Домой. Голові показали. Боротком ястреб хватает с крыши и понес им, что тут не знают. Это ж мы уже, получается, еще до голубятника съездили, там тоже они на вольном, кажется, весь день голуби пасутся, гуляют, с крыши ястреб хватает, лес сбоку. Мне именно, чтобы вытравливать, ну, надо, чтобы позакрывали, а так тут броском во много больше голубей, чем в рубеже. Вон уже на Комсомольска, вон, смотри, здесь на рога падают. Ага. Вон уже, он там на рога, допустим, садил. А, уже его. А, вон он. Не, у Генки здесь, дайте, вот туда. Вон, смотри по хватам, где Борисевич примерно. Вох, та не дивись и не переживай за него, чуешь? Умный голубь тут дома сів. Да, вот он подошел. Вот, вот. Да, да, и все. И ты знаешь, где какой. 400 штук. Вывод какой? Приезжай до человека и с лета брать голубів. А то, что выставка там, это все. Пыли в море корабли. Он не в состоянии был дальше лететь, во. Он не в состоянии был дальше лететь. Что он прилетит? Конечно. Чуешь, Вох, ну ты на камеру скажи, ты Паше что-нибудь наделаешь? Да наделю, конечно. Когда-нибудь. А, когда-нибудь, Паша, почув? Выставки, Паша. Ну, все, Паша, чтоб потом мне ничего не казал, что я там что-то это... Чем ты сказал? Давай к месту. Да. Все, мы идем к месту. Женя, все. К преграде. Куда? Ой, с человеком сегодня, кажется, познакомился. Вася, ну скажи, как ты? Потом. Потом все. Это да. Глушить, в общем, да? Да. Все, глушу эту.